Прихожу я домой, а у меня тут коте орёт. И вон тут обезьянка кинута, я не знаю, где она была. Да, кстати, мешочек, сумочка, которую я потом отдельно обозрю, от Вики Гэм. Очень классная сумочка. А потом вот здесь у меня еще склад обезьянок покиданных. Видимо, это был такой протест, нету, Лёля? И вот мы мурлычем и мурлычем. И куда ни пойду, везде идем и мурлычем. Тише. Так-то вроде ничего особо больше не покидано. Цветочки, как вы? Баррикада цветуёчков. Мой огромный лаврик. Да, я слегка вернулась чуть раньше. Так, вроде все остальное на месте, ничего не ранено. Можно слегка открыть балкошек. Что-то у меня там в телефоне булькнуло, точнее, наверное, в компьютере. Это как бы все хотят обзор, а по определенной причине пока его никак. Ну, я вот это решила кота слегка заснять. Я даже записала СМР, но не успела закинуть. Но у Маши осталось два ролика. В памяти Люли. А еще нам сегодня обещали дать воду, насколько я помню. Так что я сейчас пойду в душику. Тише. Тише.